Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как необычно, Москаль и Вуди. И сегодня мы будем показывать вам карту Эффект 172. Это был варкап под номером 198. Проходил он с 12 по 19 мая. Обзор выходит только сейчас, потому что мы ленивые жопки. Но... И мы, а ты... Да без разницы, ты тоже. Поэтому мы будем потихоньку сейчас нагонять. В общем-то, давай, Москаль, показывай нам, что это за карта и что тут нужно делать. Ну, в общем, появляемся мы в какой-то коробке, блин, старт примерно где-то здесь. Тайм-ресета нету. Значит, ничего такого криминального тут не сделать. Видим внизу 5 ключей, значит, надо что-то собрать. Так, а ты прыгаешь-то? Нет, давай, стой на месте. Не-не, я за тобой смотрю. Ты сейчас пикаешь? Да. А, блин, народ понабежал, думаю, что за происходит. В общем, надо... Найти 5 ключей каких-то. Видим дырку внизу, смотрим, что тут есть. Спуск, спуск, спуск. Москаль стоит. Шардинка. Какой-то маппер. Берем шардинку. Западло, наверное. Слишком много чисел для западло, отдельную комнату сделать. Ну, в общем, не суть. Подобрали одну шардинку, это один ключ. Значит, найти надо дальше. Какие-то ключи. Ну, да, еще 4 шардинки. Текстуры достаточно простые у карты, в принципе, ничего вроде сложного нету. Вторая вот шардинка. Вторую. И каждая шардинка, я так понимаю, будет нас телепортировать на старт. На старт, да. Угу. Тут, я так понял, нет выпрыга, то есть мы телепортируемся над землей, поэтому выпрыгнуть не получится, придется стрейфить. Так, видим телепорт. Тут, тут есть тележамп, можно сделать тележамп, пострейфить. Угу. Упасть, что лох. Это нормально. Так. 3-1 попал, красава. Отстань. Так, вот шардинка. Третья уже. Где еще не были? Ну, он там что-то через арку можно куда-то. Направо, ага. Вот шардинка еще. Тут... А, ну ладно. В общем, тут мост, надо его перелетать. Отсюда прыгнуть сюда, сюда и туда. Угу. В общем... Так, и последнее, сколько я помню. Блин, тут так не допрыгнуть. Нет. А, нет, нет, короче, можно допрыгнуть с телепорта. Тут у нас... Видим букву J. Значит, что? Правильно, значит, делаем. Оп. И, значит, там надо звоп. И куда-то залететь. Ну ты сейчас скоро умрешь, у тебя 4 попытки осталось. 3 даже. Не, не проблема вообще. Так. Взял пятую. Все, мы собрали 5 штук. И финиш вот там, я уже скажу заранее. И тут мы видим Джей, и это нам пригодится потом. То есть тут собом надо на финиш. Подожди еще. Вот финиш. Ага. В принципе, все. Если бы, как говорится, не одно но. Так. Как говорил Зерк. В общем, в чем прикол? Во-первых, надо понять для начала, как проходить карту. То есть какой порядок, в каком порядке брать эти ключи. Ну, насколько я разобрал эту карту, надо начинать с самого простого. Нет, наоборот, начинать с самого сложного, заканчивать с самым простым. В общем, я выбрал такой порядок. Сначала падать вниз, потому что можно одним прыжком допрыгнуть сразу вниз, вот так вот. Так. Вот, дальше мы... В общем, надо долетать сюда. Да, надо летать сюда. И вторая шардинка самая сложная. Туда надо отсюда, сюда, сюда, сюда и на мост. Угу. Честно, я когда тестил... Я ни разу этого не сделал, потому что я потом забил. Я постоянно либо перелетал здесь, либо не летал здесь. Это очень жесткий спейсинг, надо на самый край прям сюда приземлиться. И до туда. Сейчас я попробую, конечно, пару раз, но... Не обещаю. Так, мне нужен телепорт. Конечно, идеально... Нет. Надо с сейф-позом играть, поэтому... Так. К сожалению, этой карты нету на выделенном сервере, на котором мы обычно записываем. Так, не знаю, в чем там проблема. Как GSMX молчит, мы не стали как бы ждать, просто решили пойти на общий паблик так. И записать. Так. Ну, тебе ну надо лучше стрейфить. Ты, у тебя, ты на старте теряешь. Almost. Не-не, тут еще прикол, надо не просто сюда, надо прям вот, вот сюда прыгнуть. То есть надо, блин, как-то в бок. Сейчас попробую, конечно, но я говорю, я когда летел, у меня ни разу не вышло. Потому что кто? Рак. Потому что нубас.
Хозяин молодежки, считай, ну бас. Вот варпак посмотрит, скажет, ну вот что это за херня. Вдруг варпак вот сделает с первого раза. Че? Тут еще непонятно, какая высота, надо привыкнуть к этому. Все. Ну давай, не томи. Или давай я сделаю. Попробуй ты, бля. Там надо просто жестче делать. Давай, все, короче, делай. Мы это вырежем. Нет. Это читер. С читами, что ли? Так, я долетел дальше. Куда идем? Значит, это была вторая. Смотри, тут разная высота полов, да? Да, там уступчик. Дальше мы идем на левый. Сейчас, подожди, мы брали внизу. Да, мы... Нет, на зоб мы идем, на зоб. Зоб потом по сложности идет. Так, идем на зоб. Да. То есть с телепорта мы также залетаем на мост. Сюда. Да, делаем зоб. Так. На 200. Ну, красавчик. Теперь так. На левую шардинку. Так же с телепортом. Да, туда. Ну, я теперь так не долечу. Долетишь. Ты не я. Так. А потом? А потом телепорт. Тут тележамп нужно сделать на 600 минимум. И вот здесь долетать. И тут остановись. И тут есть два варианта. Можно выпрыгнуть, естественно, с двойным прыжком. Ну, выпрыгнуть телепорт потом. Либо обычным. Вот после этой шардинки идет дальше финиш. Mm-hmm. Ну, это последняя шардинка. И там два варианта пути. Короче, есть возможность такая допрыгнуть до того, этого, овербаунса. Так. В принципе, это возможно, но я так ни разу это не сделал, потому что там очень низкий потолок. И тут надо... Короче, ты сейчас сделал два прыжка наверху, так? Нужно сделать с даблджампом один. И это будет быстрее, чем два вот таких прыжка. А я сейчас не получится у меня телепорт, он не телепорнет меня, да? Нет, ты же собрал уже. Телепорт на шардинке. Да-да-да. Киляйся давай. Так, финишируй вроде. Для галочки. Топ-11, красавчик. Да. Как тут он начинает на один прыжок. Так, быстрее. Так. Ту стронг. А, в один прыжок, да? Да, в один. Так. Ух. Вот так. То есть, вот это был самый оптимальный, да, ты говоришь, вот это? Ну, вроде как да, потому что так самое эффективное начало такое, в один прыжок сразу вниз. А вот это самое сложное, то есть от сложного к простому идем. Вот это через мост прыжок. По идее, да, то есть вы выполняете вначале сложный элемент, чтобы его не приходилось делать в конце, если у вас хороший ран в целом получился. Угу. Так гораздо проще и финишировать потом будет, и сразу, допустим, приноровиться к элементам, которые будут сложны. Да ну, вот. Там, короче, это проблема, такое, да, блин, короче. Ну, этот эффект плохо потестил. Так что. Так, идем на оп. Не знаю, были эти проблемы, эти выпрыги сраные, никогда их не мог делать нормально. Ой, на 500. Не умереть бы. Ну, как мы подумали, что оп все-таки проще, чем вот этот мост, поэтому оп идет третьим, а не вторым. Да, ну как, в смысле? Я еле-еле мышкой там проблема. У тебя М4 большой. Может быть. Ой. Так. Нет. Еще же я второй облик стою. Тут надо именно злоб делать. Я делал. Пусть не получилось. Так, идем на телепорт. Ну, это понятное дело, что нужно долетать, я долетать не буду, потому что что-то... Так, здесь мы... Ты еще попробуй запрыгнуть, стой, стой, вернись, телепорт, вернись, стой, стой. Ты можешь попробовать еще раз. У меня хп нету, я сейчас нападаю. Ну, ладно. Короче, я отсюда, я с прыжком захожу в тележам. Нет, ты, короче, ну ты пропустил шардинку одну, ну да, попробуй сейчас сделать прыжком один прыжок. Вот, нет. Нет, получилось. Короче, смотрите, нужно успеть сделать даблджамп, потому что ты же не на земле появляешься, так? Тебе нужно приземлиться и прыгнуть. Это немножко по фазе сложнее получается. Ну, короче, что я буду про фазу говорить. Просто прыгни перед плазминкой, ой, перед шардинкой, и все. Все будет так. Так. На звоб. А. Ну, можно и так, наверное. Звоб, ну, типа, залететь сюда не тяжело.
крайней мере, в ЦПМ, поэтому можно и, ну, поменять местами, я думаю, там не особо изменится. Ну, смысл тратить время на то, что делается просто, логично же. Мы так решили, по крайней мере. Проще же делать своп, а потом делать то, что просто. Ну, так. Хотя эти лежам там тоже не очень удобные, там тесно достаточно. Там в стенку врезаешься. Вот здесь вот. И тележам, по-моему, без двойного прыжка надо делать. В идеале. Ну, короче. Что там на вас? Ну, чё? Перед шардой просто прыгни. А ты смотрел демки, кто-то так сделал? Ну, мы так тестили с Димоном. Димон выиграл, соответственно. Он сделал, да? Да, он так же сделал. Ну, значит, а тут... у него и посмотрим. Нет, тут не за, нет, мы не юзали оп. Это очень сложно было. Это реально дичь. Может, кто-то... Председательно, да. Ну да, тут... Толкнем рез, там прям вообще. Ну, не знаю, что-то есть про эту карту еще добавить? Я могу добавить, что тут просто секретная комната есть, и все. Ну, в принципе... Спорить не о чем тут. Ну, вроде. Ну, единственное, что можно добавить, вот после последней пластдвинки, вот, которая идет вот про двойной прыжок или два прыжка на старте, можно сделать выпрыг одинарный. Не, подожди, вру. Можно сделать... можно просто зайти в пластдвинку эту и сделать мини-циркл такой, чтобы не делать два прыжка, а делать один. То есть, чтобы не тратить время на это. Mm-hmm. Ну, да, ну как это, как в принципе, хуже, чем двойной выпрыг, потому что ты тратишь время, на земле еще скорость набираешь, и это дольше. Ну, вроде как дольше. Скорее всего. В принципе, все. Другой порядок сбора мы не рассматривали, в принципе, тут... ну, очевидно, да? Сложно к простому... Ну да, это как бы самый такой оптимальный вариант. Если бы я на МД-32 ран 2 мог начать с фиолетового, я бы так и делал. Да. Ну, собственно, давай тогда перейдем к демулям, демочкам. Давай. Коль тут... Ну, карта такая, тут особо нечего обсуждать. Так, насколько я помню, у тебя начинается чуть позже демки, поэтому я буду делать задержку. Да. Секунд 3-4. Да-да-да. Так, ВК3 у нас... Сейчас я немножко озвучу. ЦПМ было 12 демок, а ВК3 7. Победили в итоге... А, про ВК3 ничего не сказали, но там, в принципе, ну, реально там... проще гораздо. Там просто тормозишь, прыгаешь. Ну, в принципе... Ну, сейчас посмотрим. Ну, Кет, этот мастер, в принципе. Он сложнее был гораздо. Там вариации меньше, вроде как, в ВК3. Ну, короче, Волви 7 место в ВК3, 42 плей. У меня очень быстро загрузилось, я не знаю почему. Ладно. Ты вырубай там свое. 4, да? Так, со звоба начинает. Да, начинает со звоба. На 390, кстати, да? Это лучше, чем на 200 по итогу. Ой, не долетел до моста. Здесь много потерял. Но он, я так понял, что он просто, типа, ее поиграл. Примерно определился с роутом. И потом просто как-нибудь прошел. Возможно, не было у него времени. Кстати, а почему в ЦПМ тоже со звоба не начинать тогда? Звоб проще гораздо, чем мост. Не, смотри, выгоднее по фазе начать прыжком в яму, потому что делаешь всего один прыжок и сразу падаешь. Поскольку у тебя один прыжок, у тебя максимальное ускорение. То есть ты как бы очень поздно пересекаешь линию старта и очень быстро начинаешь падать. Поэтому, ну так и в тени все было. Угу. Как... Теория, брат, теория. Запорол, короче, Волви финиш, конечно, немножко. Вайпер из Тагльятти 38.7, побыстрее на 1.5 где-то секунды, плей. Так. Тоже со звоба начинает. Угу. Попозже запускай, короче. Немножко. Угу. Он, видимо, он у меня начинает грузить быстро, но... Потом, ну типа тупит в самой загрузке там чуть-чуть. Вторую шардинку забирал наверху. Третью он через воду, через арку пошел брать. Сейчас, наверное, пойдет к левой шардинке. Ну тоже один раз прошел, видно, блин. Угу.
Везде зацепил, везде, блин. Ну что поделаешь? Как смог, просто как смог. Главное, что он отправил, это самое главное, я считаю. Нормально. Нормально, да, 38,7. 32,8, очень большой отрыв, почти в 6 секунд. Это Гризли у нас, плей. Так, начинал он через низ, да, через туннельчик. Потом на звоб, собственно, как ЦПМ, да, сейчас, наверное, будет? Нет. Нет, телепорт третий пошел, да. Ну, видимо, сложнее он был в ВК3, хотя, ну да, наверное, сложнее. Здесь, в принципе, просто прыгаешь и останавливаешься, тут ничего сложного нет. Ну, это все равно, не, ну вот даже вот это вот долететь, типа, это, мне кажется, все равно не каждый сможет. Да, и финиш достаточно хорош. Ну, вот просто чисто прошел. Где тут еще брать вот эти 3 секунды, которые Кет урвал, я, честно говоря, пока не представляю. Мне кажется, перед звобом не обязательно делать паузу такую большую. Можно просто прыгнуть. Ну, может быть, да, он там как-то намудрил, что с минимальными паузами. Монстрик 31.9 на секунду быстрее, чем Гризли. Это вообще офигеть, плей. Жесть. На секунду быстрее. Забил, походу. Ну, может быть, да. А может и нет, прикинь, монстрик тупо вырос. Тупо. На наших глазах. Тупо вырос. Как Илюха на Сталикапе. Тупо вырос. Да, тупо вырос. И не будем ворошить. Он не делал паузу. Он сделал грамотнее. Хороший звук получился. В принципе, стрейф, в принципе, у всех тут, у кутришников, достаточно хороший. И неплохо упал. Да, но вот он без пауз, и поэтому, да, скорее всего... Q3, наверное, опен-юзабельный, который вот на финише. Скорее всего, там не допрыгнут никак с прыжком. Ну, естественно, нет. Если только запрыгивать на мост и с моста делать оп, да этот, не, ну, но это медленнее будет. Да. Бархомет на соточку. На соточку повыслее, чем монстр. Это говно, что ты скажешь. Бафомет, бархомет, как его. Не важно вообще, давай запускай. Бак. Да, давай. На 100 быстрее плей. Эффект, кстати, вот и сделал превью карты, как раз указывая на место, где это секретная комната. Он заставлял меня ее искать. Бархомет сделал хорошо со звобом, молодец. Вообще без паузы. Я же говорил, можно без паузы сделать. Да, ну, кстати, хороший стрейф он тут показывает. Блин, это же старые демки еще, прикинь, как он сейчас стрейфит. Он там видал, накидывал в дискорд, ГБ вертел. ГБ вертел. Я твой мапа ГБ вертел, да? Да, да, да. Да, ну прошел очень классно, прям мне понравилось. Молодец, я тебя хвалю. Хвалю. Так, Кианекс обогнал все-таки. Все-таки коренные... Как-то сказать, коренные ВК3-шники все равно о себе дают знать. Ну, undead, про Гризли. Лучший год. Undead, да, больше ангод. Тут значок. Все подписывайте в комментарии, пишем ангод, живи, теги. На 200 быстрее, Кианекс из Тагляятти Плей. Так, начинал. С моста он начинает. Да, начинает с моста, как и пуз, в принципе. Тут тоже еще видишь много... Он запнулся там. Звук, да. Ну вот здесь накапливаются постепенно такие вот миллисекунды, где можно сделать 29, в принципе, да, видно. Да, да, да. То есть там чуть запнулся, здесь чуть запнулся. Это, с моста, может быть, можно выше как-то долететь, чтобы еще сэкономить. Телепорт последнюю собирал. Да, ну ты... В конце, мне кажется, можно не тормозить и как-то по дуге зайти быстрее. Как-то долго они на финиш заходят. Вот ну, хз, надо тестить. 2 секунды целых отрыв от Кианекса сделал Кет из Венгры. Как думаешь, где? Давай, прикинем. Я говорю, на финише, мне кажется, нормально завернул. Звоб не запорол, на мосту выше запрыгнул. Тележамп нормально сделал и там завернул быстро. Не это, не спойлери. Я не смотрел, я просто предугадываю. Да, ну, слушай, как... он очень высоко запрыгнул. Мне кажется, вот это основное было. Ты что, начал уже смотреть? Я же сказал плей. Блин, стой. Все, поздно. Еще раз, давай еще раз. Не, да смотри просто и все. Ладно. Все видят все равно мой экран.
Ты не спи, блин, ты это, давай. Я рассуждаю, ты плей нажал. Вообще. Так я сказал, говорю же плей, ты меня не слушаешь. В общем-то он сделал, ой, он... Ой-ой-ой, финиш, конечно, очень хороший получился. Тоже там, скорее всего, где-то соточку урвал. Ну, законное первое место, собственно, Кет, как и подобает истинному ВПТ-шнику. Сейчас я досмотрю. Давай. ЦПМ у нас 12 демок. Последнее, крайнее, так скажем. Не будем говорить последнее. Ой, он не делал паузу на финише. Говорю так быстрее. Вот. Так, теперь на ЦПМ, да? Да. Геймрок 37.2 из Белоруссии. Готов? Да. Play. Со звоба начинал. Угу. Ладно. Звоб не очень быстрый. Делал, останавливался, делал серкл. Здесь не долетал, просто с воды забирался. И, кстати, геймрок, по-моему, не умеет поворачивать кнопкой в бок. Надо будет заняться этим. Ну, типа, с трейфами не умеет поворачивать. Ему надо помочь. Всем надо помочь. Ну, зачем мы иначе есть? 37,2. Ну, в принципе, ну, пройдено чисто. То есть не видно каких-то... Нигде не запнулся там. Все, в принципе, все отточено. И в меру своего скилла он нормально прошел. Но да. Лунтик сделал быстрее на... Получается, где-то на... Сколько? На 4 секунды. Почти, 2, почти 33 у него. И давай посмотрим. Плей. Телепорта. Вот я не знаю, зачем начинать с телепорта, если не делаешь нормальный, ну, выпрыг вообще никакого. Ну, типа, выпрыг мало кто может делать вообще. Нет, просто смысл-то начинать с телепорта. Ладно бы, допустим, начинал, и он сделал бы выпрыг. То есть он тренировал специально первый. Не, ну ты так говоришь, как будто если бы он начинал не с телепорта, то потом бы он сделал выпрыг, типа. Не, ну я хочу видеть логику, просто порядок действий. Ну, значит, ему с телепорта было удобнее просто. И все. Хороший звук. Очень много прыжок жмет, прям долго жмет, почти ничего не набирает, но тем не менее прошел чище и мост прошел получше, поэтому такой разрыв между геймроком и лунтиком. Сети Хабиб, кстати, новоиспеченный нгодовец на данный момент из United Kingdom, по-моему, он сам болгар, и это прям его имя такое, Сети Хабиб, арабское, как будто бы, не знаю, мне так кажется. Не будем шутить. На 600 быстрее, плей. UK. Надо тоже написать ru и все. Не Russia, а ru. Ой, ладно. Звоб побыстрее. Да, звоб намного лучше. Ну, стиховик, кстати, лучше, получше играет. По крайней мере, я видел, как он плазмил. Это прям нормально было. Но вот уже более такой какой-то осознанный, что ли, стрейф. То есть он понимает примерно, где он может, как он может. То есть, если там Лунтик и Геймрок, они прошли просто, грубо говоря, стандартно, без особых, как бы, усилий, то тут уже и боковыми стрифами он и тут поднабрал, там поднабрал, и все более так ровненько. Да, вполне. Минова на 700 побыстрее из Минска. Плей. Миноша. Давно, кстати, Минову не видно, что-то работает, наверное. Давай, теперь ты, короче, давай, я послушаю тебя, и ты дозай. Давай. Ну, начинал с моста, в принципе, достаточно быстро, не подлетел на даблджампе высоко. Звоб, ну, может побыстрее, но, в принципе, ну, пойдет. В дырку быстро упал, да? Быстрее, чем другие. Тележамп тоже не делал. Ну, мало кто может в теледжампы. Мало кто может в теледжампы. Их надо всех, как с лимоном вот я сидел, надо всех так же дрессировать. О, дрессировать прям. Ну да, потому что, ну, ты видел, как это реально, я по себе помню, что ты когда обучаешься чему-то новому, особенно, ну, это касательно именно дефрага, ты прям, ты борешься в первую очередь с собой, а не с игрой. Тебе надо делать какие-то вещи, о которых ты даже думать не мог, что тебе нужно вот... Как-то, типа, совместить вот это, вот это, вот это, и у тебя нагромождается, и по перу у тебя вообще ничего не получается.
Ну, это хорошо, потому что я оправдаюсь, потому я не делал никуда этих выпрыгов из телепорта над землей, поэтому я не особо их умею делать. Ну, всем в помощь карта Capcorp TJ, по-моему, у нее есть карта. Есть у нас выпуск Дефраг обучения номер 3, по-моему, с тильджампами. Там эти все карты в описании есть по тильджампу. Кому интересно, можете пойти попробовать или там, ну, потренировать. В общем, Волви из Канады занял гораздо... Подожди, стой, стой, чем... подожди, а вот таких вот над землей, когда вот выпрыгиваешь, такие карты вообще есть? Да, дофига. Ну ладно, они, в принципе, ладно, их... Ну, там это больше косяк маппера, короче, чем... особенность. Ну, не скажи. Ну, в основном, это, ну... Прикинь, ему сделал выпрыг на старте, заколебешься. Не, понятно, что здесь этого не надо, как бы, а в других картах это в большинстве случаев просто не, ну, типа, не продумка, насколько я могу видеть там. То есть там даже спейсинг не особо подходит потом вообще. Там, ну, в разные карты много. Короче, Волк, ну, 29.9 Матрикс, сделал. Зеркаль судья, как говорится. Давай да, дальше. Да, да. Так, сколько разницы у них получается? Где-то полторы секунды, не успел посмотреть. Ты уже нажал, что ли? Я могу притормозить. Ну ладно, плыви. У меня же есть бинден там скилл, в отличие от тебя. Ой, у меня тоже есть на этом скилл. У меня на нулевой нет. Когда я кета смотрел. Запустил? Да, да. Я же сказал, плей, ты опять меня не слышишь? Все, все, отстань, короче. Не кричи, давай, культурно. Ого, нифига. Ты что сделал? Слышишь, как ты увидел, слышишь? У меня сейчас это было. Он спрыгнул, я вообще даже об этом не думал. Слушай. Ну тут он, конечно, на финише немножко поднасрал. В том смысле, что он в дырку, типа... Он в дырку, он сделал лишний джамп. Он мог даже просто хотя бы... Он мог посильнее стрейфить и хотя бы соскользнуть со старта в дырку. А он сделал еще и джамп, типа. Ну лишь... слушай, здесь соскальзывание — это очень такая тонкая штука. Можно и потеряться на этом много. Ну, не Волви, а опытный чувак. Ну блин, ну вот Волви пока получает приз за оригинальность, вот за этот мув, то, что он там... сверху летел. Я он... думаю. Типа, понятно, что если стрейфить посильнее, то там перелетается, по идее. Но с другой стороны, можно сделать выпрыг с этим с дабл джампом и посмотреть там какой спейсинг будет. Типа сразу вылетать вниз сразу, и там, может быть, на втором джампе уже можно будет залетать со скоростью, там, не знаю, 800. Это может быть гораздо быстрее. Что-то вы не подумали. Не, может, и думали. Блин, когда это было, слушай, месяца два назад, может, и был такой способ, ну, я не знаю. Ладно, кипиш. На секунду быстрее из Челябинска. Плей. Может, и юзабельно. Да, юзабельно, по-любому. ЦПМ уж точно. Это быстрее будет, это же тележамп там, лол. Ну, все равно, по траектории не очень. Так, начинал через мост, через арку, потом брал левую, далее идет на звоб. Звоб быстрый. Звоб хороший, да, получился прям такой знатный. Телепорт, и последний будет брать, значит, в этой кротовой норе. Ой, не попал в нее. Ой, да, ну... Где-то, наверное, полтишок-то он там сосрал. А то и да. Больше. Чё крутился? Можно просто сбросить. Ну, типа, красиво, может, хотел просто. Зорн с большим-большим отрывом на 2... Сколько? 2.3 где-то, да? Да, 2.3. Из Франции, плей. Да, 2.3, плей. Ну, слушай, ну, блин, реально, ребята неплохо стрейфят. Я, может, конечно, просто давно не видел. Перелетел. Ой, нормально. Вот, сразу видно, что чувак опытный, стрейф такой более отточенный. Ну, это сразу как бы видно, это даже можно не обсуждать. И тоже последний у него будет шардинка в дырочке. Соскальзывал вот тут. Вот кипиш надо было так делать. Потом. Ну, это сложно. Ну, сейчас хорошо получилось у него, но это, блин, можно... Ой, и... но он еще в конце мог, блин. Он, ну ладно, короче, но в конце можно было побыстрее. Бархомет. Все равно, о, смотри, подожди, место секунда целая. Подожди, секунда целая. Все-таки с ротом-то ошибся. Ну так и бригант там, он, видишь, тоже там рядом с Димоном сидит. Так что все ошиблись. Не-не-не, посмотрим. Бархомет на соточку обогнал Зорна. Ой. Мы-то не ошиблись. Это бригант сделал хорошо. Ой, все, не спойлери, как этот... Я не смотрел, предполагаю. Да. Так, вначале влетал через яму, потом делал звоб,
потом о, брал, молодец. Брал левую, сделал забыл джамп. Ой, джамп вниз, в один прыжок, это хорошо. Вообще нормально получилось. Потом. А, ну и все, он делал звоп, и последняя шардинка у него чуть-чуть. И финиш тоже с дублджампом, красавчик. Тоже с телепизди, да, да. Ну блин, вообще классно. Вот он, в целом, он сделал намного быстрее, чем Зорн, но если бы у него скиллуха в целом самого стрейфа была повыше, он бы, мне кажется, перегнал даже и Ксаса, и вот эту терадраму Лукиора. Это точно. Ну, собственно, ну, Ксас... Ну, по логике есть. Хорошо было сделано все. Мне понравилось. В принципе, как теоретик, мне придраться не к чему, в принципе. Ну, в общем, нормально. Ну, в общем, Ксас на соточку обогнал всего Бархомета. Я хотя, конечно, от него ожидают все, наверное, большего. Китаец. Ну, да. Плей. 26.3. У него же ВР на Бардок Ральф. И нет, не на Ральф. Где там? На Ральфе, да, по-моему? Да, на Ральфе вроде. А может, нет. А, не, ну, да, да. Какой да, там Ральф. Предыдущий был варкап, да, Ральф, да? Да, да, Ральф. О, начинал правильно. С ямы. Начинал с дырочки, да? Вернейм ТД. Почему-то. Что за ТД? Не знаю. Там-то там. Ой, с джампом, конечно, не может. Да, в конце, конечно. Но в том, вот опять же, вот этот момент чисто со скиллухой стрейфа. То есть, чуваки, которые стрейфят просто посильнее, даже несмотря на то, что тут небольшие расстояния, они могут оторваться намного быстрее. И даже вот с этим... косяком в конце он всего на сотку обогнал Пузо. Хотя мог по-любому там отжать вот все эти 4 сотки до 0 26-0 сделать. Пуз его перехитрил, перемудрил. Ну по роуту, да, по роуту реально лучше. В конце и с тележампом. Ну, короче, Ксас расстроил пипец меня. Ксас, не смотри этот обзор, братан. Плюс 200 сделала драм Улькиора, хотя не факт, что это не делал за QN, или там кто... Ну, короче, кто давай не будем. Давай, давай, плей. Плюс 200. От Ксаса. Это тоже начнет мне печь немножко по этому поводу. Ну, это мы на стримах можем всегда обсудить, а не здесь. Так, собственно, вот роуд примерно как, как Маскаль и... Предрекал. Да, но звоп медленный. Звоп медленный, да. Четвертой шардинкой брала через телепорт. И последнюю взяла. О, цирклом делала. Да. Ну, тоже эффективно, да. Возможно, вот это ну, вот как раз и... цирклом, слушай. Ты, смотри, ты появляешься, у тебя уже скорость 400. Тебе смысла нет ее терять. Там как бы логично, да? Лучше сразу начать стрейфить. Ну, в ее-то случае, ты видишь в ее случае какой отрыв. Все равно ну, в ее случае нет, значит, что... Не тот она сделала просто. Ну, вот как сделала, зато третье место, с чем ее можно и поздравить. И Бригант 25,5 на 600 целых побыстрее. Это, грубо говоря, где-то он минус джампнул. Лей. Ну, так. Бригангбэнк. Бригангбэнк. Ну, давай. Давай. Вол стрейфом. В принципе, плевать, на самом деле, как начинать волстрейфом, так особо тут... Как Маскай, ну, там, как волстрейфом, как хочешь. В теории волстрейфом дольше, потому что по дуге можно быстрее набрать. Ну, короче, ну... И опять же, тот ну, самый роуд, вот это прям тот роуд, который предрекал Маскай. Сейчас посмотрим в конце. А, вот, циркл джамп в конце. Ну, тоже медленно. Вот, ну, долго это циркл, вот эти 200 как раз перед Димоном, циркл... Ну, просто нормально застрейфил и обогнал на целых 600 драм Улькиора. Так что, в целом, скилл стрейфа очень решает даже на пушках. Это прям вот истина. Стрейф — это основа, стрейф нужно уметь делать хотя бы на топ-10. Да, это, к слову, новичкам, которые не хотят пады играть. Да-да-да. Ну, реально, вот я вот небольшое отступление, такое лирическое. Я по себе точно помню, что меня дрочили на падах, наверное, не знаю, месяц или полтора. То есть я кроме тебя падов... Тебя кто-то дрочил? Да, кто? Ну, был чувак, мод Гуз. Да. Если хулиган смотрит, он его знает. Да и там мод Дед, если посмотрит, тоже его знает. И он как бы... Наверное, он со мной был, когда я там только начинал, около месяца, наверное, полтора, потом куда-то исчез, куда-то уехал, не знаю. И он прямо со мной занимался, он, ну не то чтобы занимался, типа вот, вот играй пады, и все.
Я играл пады, и все. Я очень много играл стрейф, я даже где-то стрейф, потом в Хоукса обгонял. А потом я пересел на пушки, и мне это все пригодилось. Короче, играйте пады, не ленитесь, вам это все очень потом пригодится. На 200 перегнал тутифрути. Погодь, погодь секунду, слушай, погодь секунду. Что? Собственно, андеды у нас. Топ-1. Хорошо. Не забуду. Так, извиняюсь. Тут? Ты потом тут, микро потом врубай, если что. Сделал бинт себе на микро. Что, слушай, хотел сказать, блин, вот такие вас всех кто-то учил. Блин, походу только меня никто не учил, блин. Я сам себя, блин, дрочил. Но я тоже, по сути, как бы сам с собой там это... Forever alone. Это сейчас всем новичкам все помогают. Раньше такого не было. Может быть, начальное какое-то вступление было там с чьей-то помощью, то есть там вот типа пады там поиграй, да, вот это вот, карты показать какие-то, где что играть. А вот когда там следующий этап идет, когда ты уже более-менее собой владеешь в дефраге, и тебе нужно понять, как делать ГБ, а как делать тележамп, а как это... Ну как делать тележамп? А скимы, а вот это вот все, то есть все более слова, обы, это вообще было дичь. Air Control, этот не Air Control, Air Strafe, это для меня была такая вообще хрень, я забивал на дефраг раз 30, наверное. Короче. Это вообще нестабильный какой-то, ой, у меня гром. Андеды в топе, понял? 25,3, play, play. Play. Давай. Все, уже закончим, давай, с этим демком. Сейчас Димон покажет, как надо. Yeah. Начать можно лучше. По фазе можно лучше оттянуть. Где-то на фреймов 10 можно лучше, Димон. Четкий стрейф, очень четкий. Звоп можно лучше, Димон. Да, звоп на 300 делали. Здесь все по траектории, все ок. Хороший выбор, какой выбор, хороший выбор. И в конце, вот в конец вообще красавчик. Вот конец зарешал у него. Да, конец, конечно, очень хорош. Аж пошел на старт. Made in from Undead. Да, ну очень классненько. В таймскейле я не думаю, что есть особая потребность это смотреть. Ну да, ну 0.5 не будем, нет? Не, это такое. Поэтому я вам покажу просто браузер и... Можем мы на сайте DevComps на нашем. А подожди, у меня видно мышку? Нет, наверное, не видно, подожди. Давай захват мыши. Захват курсора нет, вроде видно должно быть. Ну ладно. В общем-то, здесь можно скачать все демки одним архивом. Карта, когда все проходило, оружие, ла-ла-ла, тополя. По карте можно тыкнуть, перейти на зеркало всех карт и тут увидеть более подробную информацию по карте. И сайт предложит подобные, но он там, не знаю, каким-то странным образом предлагает. В общем-то, не суть. Здесь вы можете написать комментарий, можете... Поругать мапера, можете друг с другом пообщаться. Сейчас там очень много прикольных смайликов есть в комментариях, можете это все юзать. И вот, в общем-то, общая таблица. Каждую демку теперь скачать нельзя, потому что все качаются одним архивом. Собственно, это удобнее, я думаю, будет для большинства. И я знаю, что это кому-то, возможно, не нравится, но это... не суть. Зорн, кстати, получил целых минус 6. Волви получил 0. Лол. И Тутти Фрутти получил 40. Бриган, кстати, 72. Но он, по-моему, первый раз вообще там в ЦПМ отослал что-то. Хотя нет, у него 200. А, это ВК-3. Не-не, он, да, первый раз, по-моему, отослал. И ВК-3 Гризли, да, за свое плохое поведение на топ-5 получил минус 9. Сейчас у нас, как мы спалили, 208-й варкап заканчивается через 25 минут. Стало быть, время где-то 10 по Москве. И увидимся, в общем-то, на следующих варкапах. И одна из важных новостей. Меня снова забанили на Ютубе. Поэтому все стримы проходят на Твиче, либо на Гудгейме. Но, скорее всего, я просто перейду на Твич, чтобы сделать наиболее лучшее качество. Потому что на Гудгейм все равно там мертвый этот... Ну, мертвый стрим, там никто не смотрит. Даже Экстен, кстати, зарегистрировался на Твиче вчера. Угу. Так что вот, переходите все на Твич, ставьте там колокольчики какие-то, чтобы уведомляшки у вас были. Либо частенько посещайте группу Дефрага ВКонтакте, ссылка есть в описании. Я там тоже постоянно делаю анонс. Можно сделать себе уведомление от группы и никогда не пропустите стримы. И, не знаю, ну вот. Какие дела? Есть москаль, что добавить у тебя? У меня вопрос просто к тебе. А ты не пробовал создать новый канал на случай бана этого основного?
Нет. Ну, так сказать, резервный мет. Чтобы тот забанили, лол. Ну, типа, ну в этом нет смысла, зачем? Это надо людям потом путаться и так далее. Зачем? У нас, если, окей, YouTube забанили, ок, я туда больше просто не буду стримить, пока его окончательно не забанили, вот этот канал. Я просто перейду полностью по стримам, я полностью перейду на Twitch, а YouTube будет у нас для видео вот этого контента. То есть обзоры, скоро там будут вырезки со стримов, это склеенные, возможно. Ну это, блин, сколько времени это надо тратить? Ну это не так долго там. Ну типа ты, я скачал клип, я его просто закинул и все. А как бы потом я могу... Ну я их не буду публиковать сразу. Я хочу там поднакопить, что-то, что их 4-5 потом склеивать. И все. Так что это не очень долго, я думаю. Это, возможно, будет и интересно тем, кто на Ютубе только смотрит. В общем-то все, мы долго и больно болтаем. Нормально, давай, все. Вот вам обратная картинка игры. И все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами были Маскаль и Вуди. Увидимся на следующем варкапе и на стримах. Всем удачи, всем пока. Всем пока.